Далеко от края земли есть гора, высоты она неизвестной. Сколько лет она там стоит, никто не помнит. Охраняет ту гору шаман от начала ее существования, попав в которому можно получить знания, открывающие сердце и разум. Много людей ходили к нему за знанием, да только никто оттуда не вернулся. Дорогу на вершину через лес волшебный да непроходимый лежит. А в лесу том жена шамана живет красоты невидимой. Заманивает она путников своими чарами колдовскими. Сестер своих красавиц подсылает. Только самый сильный духом может устоять перед волшебством лесных валькирий. А пройдя лес на вершине горы, ждет путников хранитель мудрейший. Но никто не знает, что, получив то самое знание, человек уже никогда прежний мир не увидит и в том лесу волшебном на всю жизнь останется. Thank you.